предвижу все. Вас оскорбит печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою, какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Случайно вас, когда-то встретя, в вас искру нежности заметя, я и поверить не посмел. Привычке милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, несчастной жертвой Ленский пал, и от того, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан, я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан! Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство, а я лишен всего для вас. Тащусь повсюду на удачу, недорог день, недорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они, я знаю, век уж мой измерен. Но что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь, в мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор затей хитрости презренной, и слышу горький ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и разумом сейчасно, смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, страданий, пени, все, все, что выразить бы мог. А между тем, притворным хватом, вооружая речь и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, себе противиться не в силах боли. Все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Ответа нет. Он вновь послание второму, третьему письму. Ответа нет. В одно собрание он едет, и лишь вошел ему она навстречу. Как сурово! Его не видит, с ним ни слова. Как теперь окружена крещенским холодом она! Как удержать негодование? Уста упрямые хотят. Онегин вперил зоркий взгляд. Где? Где смятение, где сострадание, где пятна слез? Их нет, их нет. На всем лице лишь гнева след, да тайна, боязнь тайны, чтоб муж и свет не угадал проказы слабости случайной. Всего, что мой, Онегин знал. Надежды нет. Он уезжает, свое безумство проклинает. В него глубоко погружен, от света вновь отрекся он. Ставим многоточие.